Итак, дорогие друзья, время 10 часов, около 10, наверное, да? Не знаю, счастливое время, не наблюдают. Это Роман, как всегда. Рома взял свой великолепный автомобиль нам. Грузимся, выезжаем на помощь. Звоню Роме, говорю: Ром, поедешь? Что ты, Ром, сказал мне? Конечно. А как же? Я говорю, турбоквест новый. Вообще машина пушка. Сейчас помчим за Пумой. 500 километров в ночь. Вот такой у нас великолепный аппарат. Итак, Ромыч, в путь! С Богом! В путь. С Богом! У нас сегодня такой необычный розовый закат. База. База. Мы выезжаем. Впереди 1000 километров. И Пума. Поехали. Итак, всем большой привет. Мы с Ромой все сделали. О, запищали. Забыли. Всех погрузили. Ну, история классическая. Ну, ребята молодцы. Отдали нам без каких-либо денег, с документами, с полными животные. Ну, не справились по семейным обстоятельствам. Так получилось, что не могут содержать животных. Обратились к нам. Мы в этот же день выехали, в принципе, с Ромой. Рома, спасибо тебе огромное, что дал им машину и свое время. Хорошо, когда есть с кем это делать легко и просто проскочили. Вот ночь. Загрузились вполне хорошо. Конечно же, я снимать не стал. Хитрым способом загрузили из теплого вольера. Выбегала в неотапливаемый вольер, и туда мы подставили как раз нашу перегонку. И мы, в принципе, удачно загрузились. Кошка хорошая, 2 года. Симпатичная. Да, симпатичная, да. Очень, кстати, похожа на масяна. Потому что передние лапы короче задней. С кошкой поздоровим, мы проверим ее полностью. Знаем, что у нее по бэкграунду у нее стоит шпицы. Вот. Ну, так, как всегда, все по классике. Полный осмотр сделаем с госпиталем дикой природы. Числа 10-го они ориентировочно нам приедут. Кошка хорошая, меня не съела, заходил к ней внутрь. Я побоялся. Вот, поэтому кошка нормальная. А, да, интересный момент, нам отдали ее, получается, вместе с собакой. И они с собакой, с питбулем 11-летним по имени Аква живут вместе. Поэтому посмотрим, что будет. Подружится, не подружится. Сейчас пока разгородили наш вольер у Ритки. Посмотрим. В принципе, будем строить, будем делать, а дальше уже решим, куда она останется у нас или поедет кому-то из наших ребят. Так что смотрим. Едем домой. Все путем, никто не убежал. Аква, свистненькая, что ты, не переживай, чуть-чуть осталось. Сейчас едем. Дальше.
Привет, Тортила. 14 часов. Тысяча сбитых комаров. Мы здесь. Тоже, конечно. Сейчас выпустят твою подружайку. Худенько, да, видишь, Янка? Угу. Хотя один цвет это не предел собачка. Да нет, конечно. Марьяна терпела, видимо, не стала в этой стране, ты слышишь? Ну что, открываем? Открываем. Ты хоть залезла? Угу. Фига себе, мы хорошо забили. Не провалишь? Да, да нет. Ой, красиво. А Асти? Все. Астюш. Она не врубается. Что за фигня? Асти. Аква, иди сюда. Аква. Аква, вот твоя кошка. Мяу. Скажи, из дома забрали. Все страшное позади. Да. Сейчас еще нет. Воды же мы хотели налить, а? Она, как и не пила. Страшно, страшно, страшно. Страшно, кошка, страшно, кошки. Сейчас определить. Да. Они успокоились, как вообще прям бегала. Сейчас определиться. Ну а сейчас поздоровается. Аква, аква. Аква, Астюш. Пока очень страшно кошке. Не понимает ничего. Запах полно. Животных вокруг много. Хорошо, что вместе с Аквой. Акве прям рада. Ow! Ow!